Всем привет, меня зовут Иван, и моя идея — это Karma Club. Это сервис, который... Карпа Клаб? Карпа Клаб? Ребят, ну, дайте человеку сказать, а? Карма Клаб. Потому что какая-то социальная составляющая никому в общей массе не нужна. Всем нужны деньги. И мы им даем деньги за хорошие дела. То есть ты делаешь хорошее дело, садишь, например, дерево, получаешь плюс карму, и этот плюс меняешь на скидки магазина партнера, на какие-то там бонусы. На бензопилу. То есть ты за хорошее дело получаешь буквально деньги. А на кредиту, конечно, с кармой снимается? Конечно. А да, то есть там, если ты делаешь доброе дело, тебе карма плюс, если тебе дадут доброе дело. Нет, ну он просто к тому, что если ты взял карму, это обналичиваешь карму, значит, да, карма падает. Когда ты выводишь деньги из системы, карма падает. Она не выводится, она все в системе. То есть карма все время в плюсе? Нет. Карма одна в общей системе, она просто меняется. Но тебя троллят тем, что типа ты когда покупаешь кофе за свою карму, у тебя карма падает. Ты все-таки делал доброе дело, а теперь пьешь кофе. Окей, кого ищешь, что ищешь? Ищу всех, кто есть. А ты кто? Я не съем. Я не кто. Я не умею кодить, не умею дизайнить, ничего не умею. А с партнерами находить, которые... С партнером уже нашел. Два мазина. Уже работал. Мои проблемы. Еще вопросы есть? Давай не надо к эстоне. Как вы будете производить верификацию выполнения хороших дел? Другой человек поставит. Да, будет... Другой человек поставил. У нас будет верификация как со стороны хороших дел, со стороны партнеров, которые потом бонусы дают. То есть надо это все система верификации. Я просто не назвал дерево, а заявил 10. Пойдет человек, который проверит. Есть вопрос? Хорошо. Но будет партнеры с одной стороны, которые проверят деревья. Оно работает, но это не для хакатона. Ну клево, клевая идея. Почему нет? Не успеешь. Ну, по-любому не успеешь, если Спасибо. Спасибо.